Зрелище, захватывающее дух. Авиационно-космический салон «МАКС» собрал передовые достижения военной техники со всей страны. Участие в работе одного из крупнейших мировых авиафорумов принял глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Наша республика также представила свою продукцию. В частности, Кизлярский электромеханический завод, концерн «КЭМЗ», продемонстрировал учебную модель самолета для воздушных сил России. Стоит отметить, что завод также изготавливает около 20 различных изделий по линии программы импортозамещения для гражданских и военных самолетов. Все разнообразие дагестанской промышленности было представлено на выставочном стенде. Экспозицию вместе с Рамазаном Абдулатиповым осмотрел полпред ВСКФО Олег Белавинцев. Эти самолеты они делают вместе с Московским авиационным институтом. И я думаю, что этот самолет имеет большое будущее. Аналогов такого самолета в России фактически нет. Это четырехместный самолет, 1500 километров дальности. И бесспорно, это имеет хорошие перспективы. И мы будем все делать для того, чтобы этот самолет активно вошел в рынок и занял достойное место от продукции нашего героического КЭМЗа. Самое главное, что директор завода, его команда постоянно думают над новыми проектами. После Рамазан Абдулатипов посетил летное шоу. В небо поднялись новейшие истребители МиГ-35, вертолет и самолет Суперджет-100. В рамках шоу летчики продемонстрировали имитацию воздушного боя. Уже после было подписано трехстороннее соглашение между заводами КЭМЗ, заводом Климов и РСК МиГ, в рамках которого КЭМЗ будет разрабатывать детали для самолетов МиГ.